Дрожит душман в Лихуре и около Герата. Его крушат, черт подери, афганские солдаты. И в Кандагаре, и в Газни, и в Балхе, и в Кабуле войска афганские одни, ну, так и прут под пули. Их невозможно удержать, они нас защищают, о чем советская печать стыдливо сообщает. Ведь контингент наш очень мал, навряд ли больше взвода. Границу перешел и встал, любуется природой. Дает концерты в кишлаках, а в паузы антракты. Детишка носит на руках и чинит местный трактор. Пусть контингент наш неплохой, но где ж ему сравниться с афганской армией лихой, которой враг боится. Она разбила 1000 банд, нет, 1 000 000 миллионов, почти очистила Шиндан и 2 других района. Всегда отважна, велика, заслуженно, известна. А мы там пляшем ГПК и чиним трактор местный. А мы там пляшем ГПК и чиним трактор местный. Thank you.